прошу вас, обратите внимание на то, на слова прокурора об критике. Ваша честь, дело в том, что судья Цой не просто нарушал закон, а он совершал преступление. И оценка этих преступлений будет дана в том числе и судейским корпусом, и следственным комитетом, и ФСБ, и всеми органами, которые должны за это отвечать. Подчеркиваю, ваша честь, когда судья в комнате для присяжных заседаний совершал такие поступки, это уже не нарушение, это уже преступление. Поэтому, когда судья, федеральный судья, совершает преступление, говорит о том, этично записывать или не этично записывать, это лицемерие, граничащее с, скажем так, с поощрением совершаемых преступлений. Ведь судья Цой совершил, кроме этого, еще и другое преступление. Он осудил заведомо невиновных людей. Вдумайтесь. Осудили заведомо невиновных. Судья это знал и не считал даже нужным это скрывать. И прокуроры это знали и поддерживали судью в этом процессе. Поэтому, ваша честь, конечно же, здесь не может стоять вопрос о другом. Присоединяется или не присоединяется? Конечно же, присоединяется, потому что это все еще будет рассматриваться другими и по другой плоскости. Я, ваша честь, вам официально заявляю, что Цой при поддержке прокуроров совершили преступление против государства. Суд не должен иметь никаких предпочтений, должен разобраться объективно, законно, справедливо и вынести решение конкретно по Фургалу. Это было сказано президентом на весь мир. И что мы сейчас видим? Сейчас поднимается прокурор и говорит, а нам плевать, что сказал президент, нам плевать на закон. Не надо передергивать, он такого не говорил, Сергей Иванович. Сергей Иванович. И говорить мы будем, и мы покажем всей стране, и в том числе президенту, что произошло на суде с Фургалом. Как, что делал судья Цой? Как он нарушал закон? И как его в этом нарушении закона поддерживала прокуратура, ваша честь? Люди, посмотрите, что происходит. Сергей Иванович, мы вашу позицию выслушали. Пожалуйста, Карепов, ваше мнение по заявленному порядку. Вы уже высказали свою позицию. Вы считаете и поддерживаете, просите удовлетворить. А он просит приобщить материалом дела. Пожалуйста, только по конкретному заявленному ходатайству. Пожалуйста. По конкретному заявленному ходатайству. Я бы сказал, поддержку и дополнение хочу сказать, что такого позора и такого беспредела еще не видела страна никогда в жизни. Вы что делаете? Сергей Иванович, мы выслушали ваше мнение по заявленному ходатайству. Сегодня суд рассмотрел ходатайство об исследовании доказательств, которое было заявлено стороной защиты. И во всех ходатайствах судебная коллегия отказала. Но так как здесь в данном случае нельзя было исследовать эти доказательства, потому что сейчас в стадии апелляционного обжалования, поэтому скорее вот сторона защиты Сергея Ивановича Фургала, она, я так думаю, заявила эти ходатайства именно в целях декларации, чтобы показать, продемонстрировать тот обвинительный уклон, который суд первой инстанции занял при рассмотрении этого дела. И теперь ожидается следующая стадия процесса, это прения сторон, где уже все стороны в окончательной форме выскажут свою позицию по делу.